500 метров. Поверните налево. Вот, может, около стана стоять. Алло. Ну вас гаишники, слушайте, все такие вежливые. А у вас? Не, у вас не такие. А у вас как волки, да? Да. Насколько на трассе раньше были такие у вас отбираловки? Отберут как липку. А сейчас? У нас гаишников почти нет. Да. Эти ребята, которые... Во-первых, я у одного спросил только. Он говорит, а там не вас ждут у поста? Я говорю, да. А к посту подъезжаю, они говорят, уже сообщают. Вот, наконец-то, ждало вас дожидаются. Я говорю, не знаю, пойти. Я подошла и сказала, можно ли здесь стоять? Меня вообще не лает даже. Не знаю, как они себя вести будут. Подружатся. О, блин. Там целая команда. Папа. Братан, там полохматей будет. Нет, вроде бы получше. Ну. Имею в виду, что ты побольше в лесу был. Так. Не, у него цыгеечка такая, мне нравится, наоборот. Все, пришел знакомиться, гляди-ка, быстро это, пришел знакомиться. Это кто? Сынком познакомься, с братцем. Это папа. Это братец, это папа. Вот который папа-то? Вот этот папа. Слышь, как братец, перевернется сейчас. Алло. Да, братыло-то. Кто там? Шубастый. Братан. Брателло, похоже, что ну, он не от Авося случайно. От Авося. Папа-то вон какой ровненький. А как, место сразу знает. Порядочный. Они вдвоем будут? Как где же? Не раздерутся? Да ну, где место? Я кому сюда? Это ругай. Потому как. А как? Поступает Дима, первый шов. Ну пойдем, Верыч. А зачем мы в лес приехали? Открывает, пускай гоняют. А-а-а. Ты же знаешь его, да? Ну да. Он никогда не привязывает, ты куда приехал, выпустил собак. Пускай гоняют. Вот еще я в лес приехал. И пошел вот. А как вы назвали-то его? Второго. Разбой. А, это разбой? Да. Спокойно, смотри, не убивай. Мои бы, если чужую собаку привезли, они бы тут начали реветь. Ну и ваши спокойные. Я сегодня уже открыл охоту. Собаки ревут, стонут в вольере. Я, значит, до этого голову лося снял, шкура 3 недели лежала. Как раз у меня можно стрелять со второго этажа, открываешь фармугу, можно стрелять. Ну, лисы ходят, не подходили. Я так выглянул, а ночь такой довольно светлая. Глядь, лиса пляшет вокруг этой шкуры. А ружье уже собрано, все вещи собраны. Я за ружье, расщеклил ружье в потемках, свет не зажигаю, чтобы не спугнуть. Хорошо, у меня раньше как были приготовлены 2 патрона, налевка и 2. Вот. И так стояли там на подоконнике. Заряжаю, вставляю фонарь подствольный, а он уже подсевший, слабо такой, уже красный, не белый, красный свет. Фармугу открываю, подняла голову. Я так раз фонарь включаю. Она побежала, отбежала 20-30 метров. Расстояние было 30 метров до этого, где привода лежала. И стала. Ну, я как только фонарь насветил на глаза, стреляю. Вроде у меня и фонарь отвалился. Все в спешках, понимаешь?
Прикручивал, отвалился. Вроде какое-то темное пятно есть. Ну, подождал, думаю, ладно. Поставил патруль, одел. А то все в плавках выскочил на второй этаж. Оделся, пойду посмотрю. Подхожу, лежит лиса. Лису заводил? Да. Снайпер. За 50 метров. Пули? Не, на легкой. На легкой? 50 метров? Ну, метров 50 было, да. Да хорошо, лупить у тебя лису положить за 50 метров. Ты же 54-го. Да, так я лису стрелял двойкой на 70 метров. Место! Первое место! Место! Стоять! Подожди, сейчас ты сними команду. Вот теперь команды. Стоять! Стоять! Пылай! Фу, навонял. Пылай сюда! Фу! Вонь какая! Уже прихватил. Пылай, пылай сюда! Давай, 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 поискай! Лис, лис есть? Есть. Направление. Нет, не на полях. Ну, какое направление? Какой-то запах чувствую, какие направления дать. Лис немного, но есть. Будешь выбирать. Пыла идет волчьим наметом. Да. И вообще хорошо идет. Работа одна жира. Да, хорошо, красиво на жирах работает. Ну подождем, постоим тогда, потому что может мы идем сюда, мы идем туда, придем чекать, потому что кто это? Оп! Это как, движение мне нравится. Нравится. Нравится? Живой. Значит, есть кого смотреть? Не зря просто так случайно. Полазь, так не быстро не ходит. Это брат Ругая. Верыси? Гайда Медведчик, Пылай Попова. Рыжьи. Ну просто стрелять, чтобы зайцев они меньше ели. Ни одного ружья нет в машине, да? В машине у нас не все ружья убрали. Журавли. Журавушка. Не, не, молодого, куда не надо, давай молодого. Видели зайца? Шумового. Володь, сними туда молодого послушаем. Одного. А пусть нечего гонять. Да не, не, интересно молодого надо перевидеть. Ты чё? Была уже взрослый, запомнили. Ну, нет, тоже интересно голос послушать. А потом куда она бросит? Как молодой вот пробежал? Тут он пробежал где-то. Да, 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 да. Вот
Вот может, может чуть дальше там. Ну вот тут я его видел. Четко. Смотрю, прыг. Угу. Большой заяц. Не отвлекай его, ёпта, он пошел по следу. Он к пету идет. А, к пету? Сюда, зови, зови, Миш. Не, он ближе. Вот, вот у этой чурки он пробежал. Вот за ней сразу. У которой? Да вот чурка, вот в снегу. А. Вот за ней сразу пробежал. Огромный заяц. Штаны белые. Я пойду на дорогу, вдруг он через дорогу пойдет. Он не пойдет. Не пойдет через дорогу? Это беля. Он пойдет вот туда, Марина. Он по лайка идет, правильно. Куда ты? Сюда иди. Опускай. Ну все, прошли хорошо. Отпущены сейчас, да. Неужели Кулай же, наверное, не таким гоняет? Бобры грызли деревья. Топи какая. Тут, наверное, эти бобры и живут. Ёжик. Он что чух-чух-чух не делает? А? Чух-чух-чух-чух у нас делает. Чух-чух-чух-чух-чух. Пойдем обратно, его уже не будет. Убежит. Да. Убежит уже. Маленький. Он мышей же ловит? Ага. У меня мыши появились в доме. Может, кошки нет, может, ежику привезти домой? Они и змей ловят. А? И змей гадюк ловят. И змей ловит? Угу. У нас змей много. Может, пускай ежики. Что-то я у нас не видел ежиков. Возьмите Весу его на развод. А где живут? Они в подвал его надо. Это что такое у него? Мусор. Не. Не, это просто так. Лапка это у него, наверное. Или, может, его укусили, нет? Да я не знаю, даже если его укусят такого. Лаяли они, катали, а ведь... Вон, лапка, наверное, ходит, вон там. Красненькая точечка. Укусили, наверное, его. Вон. Живой? Живой. Да, конечно, живую. Они зубами не могли взять. Он пытается там щипать пылая, а тут лаял просто. У-у-у. Ну ладно, пусть убегает. Не! Лосик поел.
Вот это постоловался он. Уходит по прямой вроде он.
Они вдоль ручья, там деревья. Через ручей Левединска. Вот сейчас на вдоль ручья к братскому вот кладбищу. Ну, высокий голос, да, его, потому что мимо меня я 100 метров не успел, но я не знаю, в каком расстоянии. И такое, я говорю, что впечатление, что он не хочет его догонять, приблизиться. Вот он идет, так у меня арфа вторая гоняла барсука. Барсук ходил под гонщик полтора часа. Я бегу за барсуком, она за мной, она гонит по следу. Вот так. Пораздая зайца в секундах от зайца. И сын. А за барсуком. Волосом полным гонит. Держит. Во-первых, где они подняли? Подняли. Зеленое говно в зайце. Жировка там поезд. Зеленое говно. Я видел ивовый пруд прямо на дорожке, кстати. Ну вот, на зайце есть.